Так, еще раз добрый вечер. Проведем сейчас обзор по вскрытой коробке MVP 19-20. Ну вот у нас база. Там не видно, плохо, ладно. Так, ну что, начнем. Ну давайте вот новички у нас. 4 штуки, имею в виду, обыкновенных. Бостон, Коламбус, Сан-Хосе и Лос-Анджелес. Так, далее. Это у нас пазлы. Нэшвилл, Виннипег, Яндл, Флорида, Айлендерс и Тампа. Так, сколько? 5 штук у нас. Так, далее. Короче, подсерия, да, MVP Stanley Cup. Сколько? 4 карты у нас. Значит, Питтсбург, Вашингтон, скрипты. Будь обыкновенные. Чикаго. И Дэвилс. 4 штуки. Так, что у нас? Вот 2 подсерийные карты. Лазершот, наверное, так. Для Сан-Хосе у нас. Эрик Карлсон. И для Монреаля Кот Каниеми. Вот так вот, наверное, будет правильней. Суперновас. Такая блестяшка. Вот. Так, ну далее. 2 карты Нет Крессерс. Ну, как-то так, в общем-то, я не выговорю, не прочитаю правильно. Здесь у нас Дэвилс, Тейлор Холл. И Джонатан Тойс, Чикаго. Далее у нас скрипты. Айлендерс. Тач, Вегас, Филадельфия, Вейлер, Виннипег, ну и два новичка у нас. Бренстром, Оттава и Александр Тейксер, наверное, так, Коламбус Блю Джекетс. Ну, в общем-то. Ну и номерная карта для Вашингтона. Евгений Кузнецов. Тоже скрипт. MVP Stanley Edition. Не знаю, номер у нее 33 из 249. Ну, в общем-то, как-то вот так вот. Всем спасибо. Жду в других моих брейках.